ребята, всем привет! Я наконец-то собрал всю коллекцию антистресс миньонов из акции Миньона Мания. И сегодня я вам их покажу и расскажу про них. Миньоны – это маленькие желтые существа, похожие на капсулы из-под киндер-сюрприза, с одним или двумя глазами. Они веселые и забавные, но служат исключительно злодеям. Ластик, ты обещал показать всех своих антистресс миньонов. Я этим и занимаюсь. Возьми-ка вот этого миньона. Самый главный злодей, миньон, это Кевин. Это высокий двуглазый миньон с коротко стриженными волосами. А почему это ты считаешь, что он главный? Он является лидером в поисках нового хозяина. Правда, ему еще помогают Стюарт и Боб. А еще он любит играть в гольф. Еще один фрукт, миньон, это Боб или Боб-клубника. Один из трех главных героев. Это короткий лысый миньон с разноцветными глазами. Он часто носит с собой плюшевого мишку и любит сказки на ночь. А еще это единственный миньон, который когда-либо был королем. В коллекции есть еще два Бобика. Это Боб Кунг-Фу и просто Боб. Ластик, каких еще Бобика? Это Боб Кунг-Фу, а это просто Боб. У нас они на резиночках. Вот такой Боб Кунг-Фу. И еще вот такой Боб в синем комбинезончике. Ой, Маша, мы же совсем забыли. Ну и что мы забыли? Мы забыли показать ребятам наших скрепышей-миньонышей. Ну ладно, сейчас исправим. А вот и мои фруктыши и круглыши. Видео с распаковкой таких миньонышей есть на моем канале. И третий из главных миньонов – это Стюарт. В коллекции их тоже два вот таких колобка. Ластик, это миньоны, а не колобки. Я знаю. Стюарт – это короткий одноглазый миньон. Он дружелюбный, умный и веселый. Его хобби – игра на гитаре. Эти миньоны-сквиши у нас тоже на резиночках. Вот такой Стюарт в синем комбинезончике. И Стюарт 70-е. С классными подтяжками. А мне Маша не хочет такие делать. Ребята, хоть вы подпишитесь на канал, а? Следующий антистресс моей коллекции – это Том, миньон в костюме ананаса. Маша! Ну что ты мне опять подсовываешь? Никакой он не миньон. Ну ладно, не злись. Вот твой Том ананас. Ребята, а вы знаете, что миньоны живут на Земле уже миллионы лет? Они вышли на сушу в меловой период и начали служить тираннозавру. Но по их вине он погиб в раскаленной лаве. Потом они служили пещерному человеку, Дракуле, Наполеону и другим злодеям. Вот как? Да, не хотел бы я себе таких помощничков. Еще один миньон в моей коллекции – это Карл Яблоко. Он относится к одноглазым низким миньонам. Карл очень веселый и часто увлекается тем, что делает. Маша, а ты знаешь, что миньоны разговаривают на языке, который является смесью английского, испанского и итальянского, с некоторыми элементами русского и корейского? Ого, вот это ты наговорил. Следующий миньон-фрукт, то есть овощ, это Тим-морковка. Он относится к высоким двуглазым миньонам. Он очень серьезный и деятельный. А вы заметили, что у всех миньонов только по три пальца? Конечно. Надо же, а я не замечал. И еще один миньон, это Том Томат. Джерри Томат. Вот такая вот помидорка. Томат. Джерри относится к низким толстым двуглазым миньонам. По характеру Джерри веселый и пугливый. Он легко дает собой манипулировать. А еще Джерри умеет играть на гитаре. А я не умею. Вот и вся моя желтая коллекция. А почему желтая? Потому что в мультике есть еще фиолетовые миньоны. Да? Да, злые миньоны все фиолетового цвета, так как фиолетовый находится на противоположной стороне от желтого в цветовом спектре. Точно, Ластик. Нужно сделать тебе еще антистресс в виде фиолетового миньона. Нет, Маша, не надо. Почему? Ты что, отказываешься от антистресса? Я их боюсь.